concluzie, eu astăzi vreau să spun câteva cuvinte despre breasla noastră jurnalistică. Dar pentru început, haideți să urmărim un scurt video care a fost publicat acum câteva ore de către colegii noștri de la Newsmaker, după care vă explic despre ce este. Vorbim de 10 ori, nu-mi place Roșu Tuiană, vorbesc de lui. Eu te-am întrebat, din partea cum ești? Tu nu vrei să ai și mi s-a spus. Din partea lui Plăcătic poți să vii în mult să-mi spui. Și o să ai o spui, să vii în mult sau și eu. Dar până și eu nu știu o familie concretă, ies mă să spui bine, eu nu pot să... Cei care vor să află mai multe detalii, accesați Newsmaker. В распоряжении Ньюсмейкера оказалась видеозапись разговора в кировской тюрьме блогера Вячеслава Балакчи с осужденными за убийство Ионом Друца, чел care este cunoscut ca писатель. Și este martor principal pe dosarele lui Renato Usate. И Ионом Шалтаяну. На настойчивый вопрос о Шалтаяну, от кого он пришел, Балакчи отвечает, со стороны Плохотнюка. При этом оба заключенных, судя по видео, ничего не знали о визите Балакчи, хотя по закону должны были заранее дать согласие на интервью. Я уж врел сочетеск дин стенограмма о чести... отчасти дискуссии. Шалтаяну объясняет Балакчи, что с бухты-барахты такие вещи не делаются. Адика Нусеофера, семейный интервьюер. Если бы мне кто-то позвонил и сказал, Иван Андреевич или шеф бы мне сказал, показывает на сотрудника тюрьмы, так и так, ты должен сделать, сказать правду или еще что-то. А так не делается. Я тебя вижу впервые в жизни. Со мной никто не говорил, говорит Шалтаяну. В разговор вмешивается сотрудник тюрьмы, который утверждает, что о парнях говорили. Тебе что, не говорили? Спрашивает он Шалтаяну. Шалтаяну. Вот он, показывает на сотруднику тюрьмы. Меня спрашивают, тебе говорил кто-то, что он придет? А я говорю, нет. Ты же понимаешь, о чем я говорю? Если бы меня предупредили люди, которых я знаю, ты знаешь, о ком я говорю. Это серьезные, хорошие, заинтересованные люди. Сотрудник тюрьмы. Ваня, но он тоже им помогает. Спуни елдис при Балакчи, сотрудник тюрьмы. Айч, Балакчи распунде. Мне сказали, асты стенограмма, де чичинину креди, путет сурмарит сачал видео, каре афос публика Денис Микер. Балакчи, мне сказали люди, которых я хорошо знаю. Шалтаяну, кто тебе сказал? Я впервые слышу об этом. Сотрудник тюрьмы. Ты можешь сказать ему, кто тебе сказал? Сотрудник тюрьмы говорит Балакчи. Балакчи, если сейчас назову имя, этот парень все равно не с самой верхушки оттуда. Шалтаяну, да, но этот парень тоже с какой-то стороны, так что ты мне скажи, чтобы я знал, с какой. Может, он со стороны Филата и ругается матом. Сведен видео. Балакчи, кого сейчас интересует Усатый? Кто враг Балабола? Шалтаяну, я не знаю, о ком ты говоришь. Балакчи, враг Балабола сейчас Плохотнюк. Вот ребята оттуда мне помогали сюда попасть. Что конкретно, чтобы я знал, говорит Шалтаяну. Я знаю, о ком идет речь, но не знаю, с кем ты разговаривал. Балакчи, мать Терзиус, спуни номер Луи Олег, присупун юнушту, дышик и ворба, дивомул, респонсабил не медиа. Ну что, да, крести ворба диспре Олег Кристалл, ну что, юдор мантрио. Пимини лукру мантересяза. Dacă noi vom începe ca breaslă jurnalistică să facem diferență dintre jurnalism și non-jurnalism. Pentru că eu vreau să reamintesc că Vyacheslav Balakchi este acel jurnalist care pe portalul Zeppelin a lansat în ultimii 2 ani mai multe investigații, țintele cărora sunt foarte bine cunoscute. Inclusiv eu am fost țintă investigațiilor lui Vyacheslav Balakchi. Eu doar vreau să mă întreb, dacă noi, colegii de breaslă, considerăm că poate fenomen jurnalist cel care vine în închisoare și noi nu știm cum el acolo a ajuns. Bine, poate el a semnat toate cererile necesare, doar că timp de în ultimii ani alți jurnaliști nu primeau, nu aveau acces la nimeni din închisorile Republicii Moldova. Inclusiv noi am semnat o scrisoare colectivă cu Gheorghe Gonță, Lorena Bocță, Vasile Botnaru să facem interviu cu Vlad Filat și ni s-a refuzat acest lucru. Doar că Balakchi a avut acces la Vania Pisatel și la Шалтаяну. Шачес Балакчи ворбеше диспри факту, ка ел есть дело Плохотнюк. Ну что, я говорю, конклюзии или требую слифа, чем сингур. Пендрук, а те, что амень, первый момент публика инвестигации, а те, что амень, дестругвец, а те, что амень, факсливур, а те, что амень,
медиатик немеческ уамени, и ну что, виновец, он не виновец, дар атунчкан ей медиатик и линша, за ша кум афос дикземплу ку авоката Анна Урсаки, кари ин континуарит трэштин юни европян, и вариаментес кум ин фаце каси ей протестау уамени, аратау постере ку самоцкацку дьявол, кари як факын секс ку дьявол, ши кести дичон леста, дич, йо вряу дуар дефи кари дата, кин ной, читим инвестигатель, журналистич, йо факу напелла публику ностру, кин читим инвестигатель, журналисты, че ворог фурмо совет грижа с афлац. Так ну кува, автору лачести инвестигации есть журналисту, кари акчес, а тунчкан алт журналист нау акчес, он инкисор шеспун, а я от Влада Плохотнюка. Конклюзия ли? Лефачит сингур.